Ну что, карта порт, сегодня три игры именно будет на ней. Первая у нас на разогреве игра, может быть и не разогреве, может быть она станет эпически интересной. Ну, не с первого раза, я так смотрю, у нас нет, или подгрузится, скорее всего. Мирель, Стартрек на данный момент занимают место внизу таблицы, это шестое место, у них 0 очков, нет набранных очков, ибо не сыграли они ни с кем в ничью и никого не выиграли, хотя, в принципе, могли это сделать. Ну и Мирели, которые, как я уже говорил, удивили, но мы к этому начинаем привыкать, потому что, в принципе, новички всегда у нас удивляют, и я этому несказанно рад. У нас КМС в одном сезоне удивляли, в первом Immortal, в каком-то еще кто-то, их было уже несметное количество, поэтому всех припомнить, честно говоря, сложновато. Будем давайте смотреть непосредственно эту игру, а не о каких-то раскладах разговаривать. Сразу же первый минус от медла, пробегали тушки по мосту, он, естественно, выцепляет себе жертву. Мирели, кстати, начинают у нас за атаку, не стали спорить по стороне, по дефолту стояли стартрейки на стороне дефенса, в принципе, там и стоят, но сколько уж в тысячный раз скажу, что неважно, абсолютно неважно, смотря как будет играть Мирели свою атаку, от этого все будет зависеть скорее в этой игре, чем от того, на какой стороне начинает команда StarTrek. То, что они стоят дефенс, это, конечно, для них небольшая успокаивающая таблетка, но действие этой таблетки быстро пройдет, если парочку, троечку таких вот, да в любом стиле раундов, если Мирели берут, ну, стиль у них на протяжении этой лиги в отборах один, это непонятный дефолт-настоятельный стиль, и потом даже не тайминговые заходы, а какие-то куда придется. Ну, пока ближе к точке Б, бомба собирается под верх, тут подсадочка была, и она уже спаленный, уже не сыграет. Kill the Frag, конечно, торопыга, поторопился разыграть эту ситуацию, никого не убивает, благо нижняя темка работает, в куры все-таки зашли, на второй этаж Evernate подскакивает, выбивают нижнюю темку, в два тела заходят на Erasers, который Drex за единичкой кладет одного и в зажиме второго, дропая бомбу, делает счет в пользу своей команды 1-0. Ну, поехали, как бы, всем здрасте, добрый вечер называется. Стартреком, конечно, не знаю, смотрели они, не смотрели записи Мирели, но чтобы их выиграть, все-таки это сделать стоило бы. Потому что стиль у Мирели неоднозначный. Боится эта команда, ну, как бы как рыба в воде себя чувствует. В простых ситуациях, вот в таких, как сейчас в этом раунде, когда спокойно они могут посмотреть в начале раунда аркаду, никуда не шевелясь, приноровиться к ситуации, понять, что все нормально, все стоят, никто не поджимает. В общем-то, как-то надо с ними бороться, чтобы выигрывать. Ну, посмотрим. Да, Рома опять. Ну вот, такие дистайминги ловят. То Kill the Frag поймал, то сейчас Red Star поймал. Рановатенько он на всю эту толпу высунулся, ловит под себя хаешку, половину хп у него снимают, и он только в самый последний момент может надеяться, что делает минуса, если мидл на себя внимание отвлечет. Нет, уходят, как бы, понимают, что там горе им горе. Будет сценарий тут. Хеда дает опять-таки на мосту. Ну и Рейзерсу. Ну и разменялись. Разменялись, пытаются медла сверху снять. Перетянули Рому Редстара. Нет, его уже в тупой. Ну такие вот, знаете, мне напоминает команда Мирели, таких заядлых московских клаберов. Не сидится в одном клубе. Текила какая-то, вообще не текила, да, поехали в другой клуб. И вот целую ночь на такси, в общем-то, нигде ничего особо не понимая, перемещаются из клуба в клуб. Ну, так Мирели, от точки, от позиции к позиции. Но, что характерно, ходят постоянно толпой. Ну, стараются, по крайней мере, стайками передвигаться. В общем-то, оно и веселее, ну и безопаснее. Каких-то можно гоп-стопов избежать и ненужных минусов. Так, Kill the Frag. Ну вот сейчас, если откроется, нормально, таймингово. Но главное не рано. Рано открывается, начал человека в тупку стрелять. Благо, на него никто не оборачивается, но только одного Kill the Frag снимает. Дефенс растащили 1-1. Так, ну вот тут у нас, я вижу, в чате на Твиче Лейн. Он же Иван Борисевич, не успел, вместо него Drex. Ну, может быть, а хотя во время игры, по-моему, замены не разрешены. Поэтому Лейн у нас сегодня будет в качестве зрителя эту игру наблюдать. Так, ну пошли дымы на хелпу, прилетело множество хаешек, пока что абсолютно бездарных, как бы никого они не покромсали. Red Star пошел в свое путешествие, должен он здесь был
наколотить, но как-то все вот так корявенько получилось, как косолапая девочка-танцовщица, спотыкаясь, да, разбила себе голову на сцене паркет. Вроде и красивая была девочка, и косолапость не очень сильно, да, мешала, но танец не вышел, как бы, и привело это все к печальным последствиям. 2-1, Мирель повели еще раз, и я думаю, что будет у нас так продолжаться очень долгое время, если стартреки не начнут голову все-таки включать, а не дефолтный дефенс стоять. Ну, вот включает Килзефраг. Понесся в подсадку, Red Star закидывает наверх, перемычку самому бы, конечно, Дейл посмотреть лучше. А там еще есть такая позиция, я ее буду Дрейсовой называть, потому что вот много-много раз там видел Дрейса. По-моему, Дрейс, если я ничего не путаю. По-моему, Дрейс там любитель стоять. Мирелли вот тоже любители, как бы, поразмениваться. Вернейд. Жесть, ситуация была 5 в 3, как бы, а стала 2 в 2. Спустя буквально 10 секунд, минус Кванти, поджали хорошо Дейл, то, о чем я говорю. Мирелли абсолютно не могут играть с поджим, никак с ними не борются, видимо, жизнь их к этому не готовила, и этого им не задавали. Ну и Рейзерс там маячит, в принципе, его слышит Эвера прекрасно, тот еще жук, как бы майский Эвера, и покачав липу, да, просто так этот жук не упадет вам в стаканчик или в сачок, в руки не дается. Жужжит до последнего. Ну, двое сотых против него, его уже хорошенечко накалили, знает его позицию, контроль бомбы целиком и полностью происходит. Тут вот, да, как бы стоят, расставились, что называется. И минус Эвера. 2-2. Ну, неплохой раунд, как бы не сразу был поджим, но он сыграл все-таки этот поджим Дейл, и Red Star в своей перемычке сыграл все нормально. Такое вот лекарство частенько только применять нельзя. Как с этим можно бороться? Ну, я думаю, что просто стоять одному аркаду Дейл, смотреть одному верхнюю темную, и троим, может быть, красный центр сыграть. Чтобы как бы не ходили в аркады, а все-таки собирались по своим точкам, боялись вот этого центрального захода в спину. Ну, позиция. Ну, вот прикиньте, трое Дейл пойдут поджимать, да, а выйдет Мирелли втроем центр и устремится на... А может быть, еще и паркурист какой-нибудь, или паркурщик, как это назвать, есть, который проскочит на точку А и закроет просто этот поджим спину. Ну, тогда будет ББГГ. Заход на Б у нас. Рассекли здесь всех. Мидл остается последний с диглом. Есть от него первый минус. Ну, и ТРГ. Не ТРГ. АВМ. Кванти довершает. Раунд 3-2. Ну, по логике вещей, по идее, еще стартреки должны взять этот раунд. И по логике вещей должны что-то поджать. Килзефраг устремился по центру. Нет, нет, через нижнюю решил выйти. А здесь пустота. Здесь ждут аркады, никто не суется, бомба сброшена, все в порядке вещей. На повестке дня понедельник, угрюмо и печально стоит команда Мирелли у себя на респе. Стартреки форсируют. Форсируют, пытаются как бы показывать свои морды лица, где только можно, да, как-то напрягать ситуацию. Ну, если бы чуть поумнее Мирелли были, то уже бы давным-давно перетянулись под одного одинокого Red Star. Ну, пока вот они не очень сильно ситуацию просекают, и Razer возвращается с Б, делает минус моста на Кванти по центру, не дают тому в перемычку залазить, и МС теперь за тиммейта здесь отдувается. Ну, немного не туда, хаешка, конечно. Видит только, да зуб не имет, да еще и не подпрыгивается на ящик. Прям совсем плохие дела. Пока гибнет Эвер. У нас все-таки работает верхняя темная, хотя и с разменами. 3 в 3, как всегда. Да, ну дефенс, в принципе, то знает, где мошнят их, да, там простреливают, пытаются шуметь. И единственное непонятно, вот оставили одного бы человека и вдвоем бы вышли по центру. Либо пошли бы с ножами через ДЛ, либо через перемычку. Ну ходов дофигища, ну вот эти вот божественно долгие, прям эпически долгие заходы на точку, они угнетают. И неужели сами Мирелли не понимают, что все очень долго? Так даже по мозгам раскинут, ну что сейчас может происходить? Либо это 1Б, 1 центр, 1А, что маловероятно, да, с инфой про верхнюю темную и про куры. Ну, выбирают самый опасный вариант, просто выход вдвоем из кур. Там же, где и стреляли, там же, где их и ждали. А МС по таймингу расходятся со своими тиммейтами.
если уж отвлеклись на двух тиммейтов, то он именно в этот момент должен был выходить, а не теперь бороться. Но это у него получается. Никто на него не смотрел, кроме того чувака, который сидел под лесенкой. Был это Райзерс, он же Дрекс и 3-3. В принципе, у нас очень логичная игра получается. Прям очень логичная. Бу! Минус Кванти. Че, готовят? Ну, потому что, в принципе, Мирелли кинули дым, давно пора понять команде дефенса, что это будет та. Дым уже практически рассеивается, и вот теперь начинают выходить, потихонечку стреляться, и не факт, что еще пройдут. Смотрите, один сценарий уже прошел, сейчас будет гибнуть он с бомбой, первый. А Овернейт, Эвера и МС никак не могут понять, что им делать. Сценарий один отстреливается с мостом, Редстар на него не идет, Kill the Fractions, Редстар, все на него будут отвлекаться. Но это просто беда какая-то происходит, хотя, в принципе, неплохо, и непонятно уже тут со стороны дефенса, почему не накрывали эту всю позицию. Хорош сценарий, будет ставить бомбу в чистую точку А, мидл последний с моста с авапой. Флешка, флешка, хоронят мидла потихонечку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, чуть-чуть не попал по второму, ну 4-3, логично. Нравится мне люди, которые приходят в чат и спрашивают, что это за игра. Вот прям я вас люблю. Ну смотрим. Смотрим восьмой раунд первой половины. Все как бы очевидно. Мирелли так уже я начинаю потихонечку привыкать. И это абсолютно не от КМС зависело, когда они с ними играли. Мирелли так тоже играют. Говорит это они... о неуверенности, потому что списать на силу дефенса стартреков, ну, вряд ли. Вряд ли и море таких вот невынужденных, скажем, ошибок, да, за которые бы дядюшка Бубнов футболистам бы уже давно колы расставил. Ну, у нас в кроссфайре игроки сильно обижаются, когда на них что-то говоришь, поэтому всем, все вообще молодцы, просто одни более молодцовее других молодцов, более молодцы, чем другие молодцы. Но это все на опте. Все на опте. Во-первых, Мирелли первый раз в лиге. И состав не то, чтобы я сказал, что там прям капец, два года играли, шли к этому. Скорее у нас другая ситуация происходит. Кто готовится, тот не выходит, а кто собирает микс, да, и просто такой по наглости. И сеточка нормальная попадается, и везет. Несказанно, и игра прет. Так, в принципе, надо. Отключил мозг, играя на рефлексах. Вдвоем у нас Кванти, Овернейт. Опять-таки Мирелли загоняют себя в ситуацию... Мюнхгаузен за волосы из болота. Ну и будут героически выпутываться. Да. Кванти, конечно, капец. Овернейт один. Загоняют его уже в спину на флажки. Эндлер мошнит. Мидл, видимо, мидл на подходе. Эндлер здесь. А прокидывает. Прокидывает Овернейт. Да и 4-4. Прям можно закрытыми глазами эту игру смотреть. Ну, в том плане, что счет абсолютно не нужен. Все развивается очень логично. Раунд берут Мирелли, раунд берут стартреки. Раунд берут Мирелли, раунд берут стартреки. Все как в школьной столовой. Четверг, рыбный день. Пицца и компот. Все нормально. Тут вот неожиданностью для Эндлера, конечно, был проход в тупку. И там, кстати, у Овернейда бомба стоит. Никто не запалил. Бомбу Овернейд скидывает, дабы ничего страшного не произошло. Ну и пытается все-таки атака выходить на точку Б, что и, в принципе-то, удается. На быстром ретейке погибают Рейзерс и Ред Стар. Зачем-то, ну и мидлу с пятерыми никак. Сценарий раздолбал Хэт и Кванти 2 поставил. 5-4, опять-таки логично. Ну и хочется какого-нибудь быстрого, такого зажигательного бразильского раунда. Давайте, сделайте нам Мирелли. Красиво. Пошли дымы на бочку. В ответ хаешка, мидл теперь наверху, и теперь савап, и сразу минус он прострелом в голову. Редстар на хлпе стоит кривую, заходит вверх. Будет бороться там за левой стенкой или проползать в тупую? Проползает в тупую, но не спрыгивает. Все-таки не догл. Нет, спрыгивает. Хорош. Первый, второй, дропает бомбу. Божит на исходе сил. МС минус, Овернейт последний, и он в полупозиции, его можно обходить, а можно и здесь достреливать. Red Star минус 3 в этом раунде приносит победу своей команде именно в нем и делает счет 5-5, чего, в принципе, я и ожидал. Бросил девушку, пишет чувак, теперь комп мой красавчик.
Да, такая тема межполовых отношений сегодня сквозит прям целый день, да и вчера вечером сквозила. Но это опять-таки офф-топ, может быть, в перерыве. Что-то меня посетила мысль, что в последнее время что-то все наши топ-игроки и такие известные фигуры кроссфайра начинают находить себе спутниц жизни. Как-то прям мода пошла. Не знаю, с чем связано. Эвернейд, красавчик. Ну и Рейзерс последний. Ну, в принципе, шансы у него неплохие. Выбивает Каленова с бомбой теперь бороться. Где у нас Эвера? А Эвера спокойненько, никого не стесняясь, в труселях, по точке А, почесывая пузико, поставил бомбу. Почитает газету, подождет и Рейзерса. Возьмет свой ружбан под названием МК-47, и у него замечательная позиция, и по приходу флешки в левое ухо он тоже понимает, что это либо выход ДЛ, чего он, собственно, и ждет, и сейчас поймет, что это мост. Ну вот, не зафартило. Одна рука чесала пузика, вторая держала ружбайку, и Рейзерс довершил эту ситуацию. Делает счет 6-5, вот это уже нелогично, вот это уже стартреки выходят вперед. Здесь, в этой половине, и в принципе, по идее, как бы хорошо бы им взять этот раунд вообще-то. Подсобраться с мыслями, мидл делает минус, первый опенфраг есть, бомба на центре сброшена, хорошо все у стартреков, главное сейчас не развалиться в дефенсе, и увидим мы тогда, наверное, борьбу все-таки во второй половине, потому что, ну, нелогично было бы, если Мирелли брали бы все-таки первую. Надо нам 7-5 и смотреть борьбу во второй. Зачем, чтобы атака сейчас выигрывала какие-то, крушила детские или взрослые мечты и надежды стартреков, хотя бы на... Единственные неповторимые 3 очка в этой лиге, но они должны быть. С нулем заканчивает негоже. Хотя Мирелли вообще этот проигрыш абсолютно не нужен. Они, ну, лучше им как бы, да, для них-то самих попасть все-таки на более знакомую команду, на команду чуть более, наверное, простую, хотя как посмотреть. С тактическим подходом Мирелли все-таки встретить в полуфинале красных. Ну, хотя и то плохо. Ну, из двух зол я бы выбрал, допустим, красных для команды Мирелли, чем Еремию. Ну, нормально, нормально. Эвернейд, мидл последний. Как-то ребята ему совершенно не помогли. Вроде он и минус первый сделал, и можно было раунд забирать. И теперь все одному придется на проскоке бомба сотая. Мидлу не завозится. 6-6. И 100%. Заключительный раунд, 13-й в розыгрыше. Middle fast. Да, на средней скорости выходит Б, но никак не ждали, что здесь вот столько будет народа. Вот прям килограмма человеками там собрались и стояли все в линию, могучей кучей, просто отстреливали. Бомбу, естественно, потеряли. Но на этом заходе, ну, как бы что делать? Еще и снайпер остался, и Кванти нигде не подобрать калаш. Как-то совсем плохие дела. Вытягивать на точку А не получится на длинной дистанции. С Б вряд ли кто-то уйдет. Бомба под контролем, там уже Хэллоуин от команды Star Trek. Тут придеваются в костюмы Бэтмена, Супермена и Железного Человека, ребята, и все у них, в принципе, хорошо. Ждут детей, чтобы дарить им конфеты. Ну вот, не знаю. Кванти, кто на него пойдет стреляться? Дымами специально закрыли, и 100% там Рома командует спокойно, пацаны, раунд наш, все хорошо, бомба под контролем, не тупите, смотрите свою позицию. Я с ним в этом плане, наверное, абсолютно буду согласен. Ничего страшного для них нет, тем более, что есть снайпер. Не знаю, вот два каких-то фазума просто в тела нужно дать в упор сейчас на выходе в Б, и тогда раунд будет за командой Мирелли или Эвернейду забожить. Ну, тут закрылись. Просто страшно. Амбарный замок висит на точке Б. Выходит, это не фазум, в хардскопе попытался высечь сигару. Берет теперь дигл на отца, да, есть первый минус. Последний Редстар остается, за сигарой его с двух сторон чекают. У Редстара мало хп, и все-таки это раунд в пользу команды Мирелли. 7-6, первая половина. Смотрим мы по фрагам. Тем более можно посмотреть, вылетов не было. 15-8, Кванти проперся, 12-7. Вернейд хорош. Ну, в принципе, так все неплохо. Эвера единственное 5-9 сыграл. Ну, может быть, он жует котлету, я не знаю, во время того, что играет, или учит лекцию. Так, ну и у Стартреков и Рейзерс их замена, их
стендин, как это модно теперь у каесеров называть, да, наколотил 13 на 8. Может быть и хорошо, что лейна нет, хотя он, естественно, со мной поспорит. Остальные повыходили, как-то судить об их фрагах не стоит. Поехали вторую половину смотреть. Тут сразу чудеса, в принципе, от команды Мирелли. Сразу поджим Дела. Причем неудачно. Одного высекают на центре. И МС уходит в закрытую на точку А. Там вот, гости к нему прям уже так и просятся. Пусти переночевать. Неплохая у него на самом-то деле позиция. Одного он пропускает. И вот теперь сложно ему будет бороться. Если вдруг нет. Если вдруг не случилось. Овернейт последний. На центре на мосту. Давай, до свидания, милый друг. И первый раунд в пользу Star Trek. 7-7 счет. Ну вот, как бы смотрите, да, Defense проиграл первую половину. Теперь атака выигрывает вторую половину. Как и в первой атаке ее выиграла. Счет, в принципе, ровный. Поэтому надеяться на карте порт на то, что как раньше, как по-стариковски, все сидели, вязали варежки на зиму, да. Делали телегу на лето. Не придется. Нежданчик, кстати. Нежданчик, кстати, абсолютно. Ну, хорошая должна быть стрельба, а больше даже, чем стрельба, реакция должна быть. Эвернейт просто в одно лицо удержал центр сейчас на мосту. Наколотил. Да, и стартреком вот эта вот гениальная задумка вообще не удалась. Рейзер, слаз, в четверых. В голову! Нет, пишут, не я не сказал, что хорошо, что лейна нет. Это было вопросительное предложение. А может быть хорошо, что лейна нет, судя по счету Razers. Ну, 1-3. Одного высек, такая легкая для него была дуэлька вторая, не менее легкая, хорош, просто хорош. Если так будут соваться, то все шансы у Рейзерса взять. Тем более, что, я не знаю, видимо, не смотрят на ники, кто остался. Надо было и на счет Рейзерса все-таки в первой половине посмотреть. Все-таки неплохо парень сыграл. 2-1 в такой наиважнецкой игре. Это, причем в коллективе, в котором он абсолютно не играл, я 100% уверен, что там пришел Red Star и сказал: «Брат, сыграй, пожалуйста, сыграй за нас, у нас чувака не будет». Ну, он умеет уговаривать. Давай, по-братски, давай, давай. Ну и Razer что такое думает? То праки гонять, то турнир сыграю, что бы и нет. Взял, сыграл, и неплохо первую половину отыграл. Если сейчас раунд потащит, то вообще там пятюни полетят. 5 пятюнь в две руки. Какие-то промахнутся и попадут по другим частям тела, что еще более, может быть, и Razer-са приободрит. Долго ли, коротко ли, с бомбой пришел, вывел клубочек. Путешествие Рейзерса куда надо. Над ним теперь Увернейт, который минус 3 дал в этом раунде. И, может быть, еще и покер сделает. Смотрите, как прочухал. Прочухал прям на 100%. Единственное, что идет на ту точку, куда и надо, ну, Эвера здесь. Здесь Эвера и 1-1. Так, не тролльте пацана в чате. Crossfire — бесплатная игра. MaxDog. Просто качается с сайта. Они тебе сейчас продадут, там, умельцы. Они тебе за косарь продадут лицензионный Crossfire. Осколочная. Господи, сколько стоит лицензия, в чем ее плюсы? Жесть. 5-4 атак. Да, 5-4 в атак. В атака. В атака 5 в 4. Че, у нас, в принципе, события это первой половины развиваются. Теперь как бы стартреки единственное, что задумки у них не проходят. Пытаются играть более-менее такие дефолтные раунды или повторяя тактики 19-го, 18-го или средних веков. Как бы и это у них не прет. Пока вот беда именно с какими-то дуэлями 1-1 все-таки, я думаю, здесь. Надо убивать, чтобы все получалось. Чтобы тактика получалась, не надо. Если даже шикарный тайминг поймаешь, все равно где-то придется постреляться. Хоть один раз на курок донажать.
стартреков пока вот дуэли вот эти вот страдают. Ну, по счету, да, видно. 0-2, 1-3. Два чувака идут. Двое один к одному. И Razer 5 к одному. То есть полный разброд в команде. Установка бомбы. Тем не менее, вот то, о чем я говорю, по таймингу раскрутили они своих оппонентов. Надо кишку одному идти, нет? Не думает так. Нет, не думает. Ну, будут здесь братскую могилку делать. В принципе, для Razer's сегодня это не препятствие. 2, 1, 9, 7. Нет, вру. 8, 8 на счет получается. Паджим попытались сделать в темную. Попытались неплохо. Потеряли одного, выбили одного, но накоцали второго. До одной пули, то есть 19 хп, в принципе, не жилец. Если при массовом заходе подколотил его на точку Б, то это, в принципе, смерть. Ну, вот единственное, что... Могут сейчас эндлера выцепить. А-а-а! Ну и выцепили, да. 3 в 3, равняют. И второго овернейт. Ну, опять стартреки в непонятках, что же им все-таки делать. Не сдаваться, парни. Дымовая. Понятно. Да, Лейн пишет, смотря на свою команду, что, короче, Динамо на базе. Я вот плюсую просто предыдущему оратору. Атакующий дефенс с команды Star Trek. В принципе, и Мирель то же самое делали. Но как-то у них все-таки в оконцовочке по стрельбе заходило, да по раскруточке. Ну, с ножами, ребят, надо было уже давно бежать. Что тут чекать поджимающего, если его здесь нет? Эвернейт уже просекает на мосту. Razer's, конечно же, это же самое важное. Вот кинуть сейчас хаешку Эвера. Прям обидел Эвера. Прям на 6 хп унизил просто. Оскорбил его этой хаешкой с моста. Прям Эвера не знает ему, что вообще делать. Либо ампутировать ноги, либо, блин, рот зашивать. Но тем не менее, шутки шутками, пропустили. Пропустили. Единственное, что мало хп, медлу вот минусочек бы сделать. Причем сценария бы лучше снять. Ну и Razer ждет у нас. Не решил спускаться. У-у-у! Ваншотище! Да здравствует, о великолепные советские ваншоты! В стиле Фурия, Верета и же с ними. С этой позиции. Но все равно дефенс берет. Раунд будет дефуз. Скоротечный 2-2 по логике, в принципе, как и в первой половине. Все предсказуемо. Пока что. Ну, раунд в преимуществе. По-прежнему, вот после взятия этого раунда у нас... Команда Мирель. Опять решили вот этот вот центр сыграть. Ну, не удавался же этот раунд. Причем бомба стреляется. О, а здесь карусель. Наташа, иди сюда, давай знакомиться. Да, убегала просто Наташа спиной. 2 в 3. 2 в 3 стартреки. Бомбу посекли у них. Неплохо посекли. Ну, она вроде как и недалеко от киллзафрага. На центре, но там Кванти. Кванти кукурузу охраняет, минус дает. Оператор. Так меня еще никто не называл. Киллзефраг на выход. Ну как не снял? Ну зачем зажал? Что-то трясутся сегодня руки у киллзефрага, не знаю. Ну, а, у него и пинг 144. Ну тут понятно, да. По реакции баста. Никого не снимешь. Кванти добирает его. 3-2. 3-2, два раунда уже преимущество у Мирели. Разберемся с ними и вот.
Так, ну есть опять-таки минус киллзефраг, но он прям страдает, вот очень страдает, конечно, с таким пингом. Ладно бы там просто 100 у него было, да, там колебалось 99, там 105, 110, но 140. И причем держится на одном уровне, это беда, печаль. Можно сказать, что в 4,5 стартреки играют. Да, некоторые агрятся, ой, пингер и все дела, но все равно ему тяжелее играть. Вот такие реакционные ситуации, как он голову не снял в нижней темке, в предыдущем раунде об этом говорят. Эндлер, последний. Ой, стартреков хватило, короче, на первую половину и на половину второй половины. Наташа согласна ТС давать. Давай. Не пригодится мне, отдам другу. Блин, ну не знаю, вот тенденция, конечно, угнетающая. Это у стартреков вроде так... Таск-таск-таск-таск-таск, подтащиваем, да, а потом... И все. Где-то что-то теряется. То ли Red Star замолкает и просто голос срывает уже к середине второй половины, переходя на телепатическое общение со своими тиммейтами. Прикольно было бы команду Star Trek и вот капитана ее увидеть на лане. Он бы, наверное, сидел посередине и летели бы в сторону тиммейтов не пятюни, а лещи. Такие, что клевал кто-то бы носом в монитор. Раунд проиграли, леща. Такой смачный. А если бы у него еще были лысые тиммейты, то вообще такие шлепки шли бы смачные. Думаю, весело бы было. Что, метание команды Star Trek под точкой Б, одно лицо заходит, погибает. Эндлер пытается сигарой по инфе стреляться, не простреливает. По три пули ложатся не туда, в зажиме патронов. Ну, тут бы шансов было. Киллзефраг. И есть шанс на забор раунда. Сотом остается. МС вообще не там. Просто в параллельной вселенной МС оказался. И есть какое-то понимание, откуда он идет у киллзефрага. Долго ли коротко, но МС сейчас будет на трудную для себя позицию выходить. Лучше бы он все-таки с кур шел. Когда один в один, там как-то на короткой дистанции все-таки, наверное, полегче. Ну и волшебная двоечка. Нет, все-таки яма. Яма, МС идет с центра, киллзефрага, только череп будет торчать. Вообще на заход ждет. Высовывается, нет, теперь вот только череп. Знают о друг друге. Свидание назначено, пора дарить цветы. МС задарил, просто задарил. Букетом... забил своего вражину. 5 секунд до конца раунда, будет диффуз, будет 5-2, и то, о чем я говорю, как бы расклеились почему-то. Стартреки, непонятно. Это как обои, свежепоклеенные, и кто-то сквозняк устроил, и они такие медленно, но скручиваясь в трубочку, скукоживаются и превращаются в какое-то подобие настенного украшения. Жеваная бумага. Что печально, на самом деле, непонятно, чего не хватает. Скорее, вот, недонастрой, я не знаю, какие внутренние проблемы повергают стартреков во второй половине, второй же половины в печаль. Хотя вот Эрейзерсу ничего не мешает. Ну, тут совсем все печально. Прям поджали, и никто не прочекал, остальные как-то пошли с бомбой. И далеко даже и не прошли, тут ладно бы куры взяли. Ну, нет, ничего подобного. Теперь только киллзефраг Дейл смотрит, поздновато, друг, поздновато. Поздновато, теперь приходится оглядываться, нет ли сзади маньяка, никто ли меховую шапку у тебя кроличью с головы не собьет, не будет ли гоп-стопа, и зажатый в этих самых курах, да, вот здесь киллзефраг еще с МС воюет, благо сделал чудо, выбил, 3 в 3 остаются. Хорош, Red Star. Ну, надо брать. Надо брать на себя функции капитана хоть один раунд на морали вытащить, вот так вот именно на себя взяв. Срывая одежду на себе. Какие-то ваншоты пытаются делать непонятные с перекруткой оружия. О, флешка зря потрачена. Red Star, зажим, минус он. 6-2. Эх, 13-8 общий счет. И все идет.
Все идет к победе Мирелли, и четко они станут уже там на второе-третье место, деляя его с красным. Ну, четко на треть, скажем так, потому что все-таки личная встреча в пользу красных. Тут стоит отдать им должное, и ни в коем случае даже не претендовать на их пока что второе место. Заход на мидл, хелпу отстреливает, пытается. Килл за фраг, ой-ой-ой, как далеко. Ну, мидла оставили одного, с диглом. Знакомая, родимая ситуация. Как своя квартира, даже в темноте можно до туалета дойти. Килл за фраг. Килл за фраг, килл за фраг, помоги-ка ты мидлу. Приходит, помогает, хорошо все. Хорошо, вот не знали, что МС рядом, благо было два их, и они этот раунд берут. 12, нет, 13-9. Ну, на матчпоинте висят стартреки, в принципе, могут и подтащить, и если даже 4 раунда возьмут, то ничью выйдут, что будет вообще такой сюрприз прям. Я не очень этого жду, например. Мутят, слишком много мутят стартреки. Слишком много они тратят времени на то, чтобы что-то мутить. И мало у них остается времени на то, чтобы заходить. Скорее тут нужен такой баланс хороший. Чуть-чуть помутили и быстрый заход. Много помутили, быстрый заход. У них все очень медленно в этом плане. Стесняются, вытирают ноги о коврик. Долго мнутся на пороге. Поэтому каких-то таких личных побед давно и не было. Хотя вот Razers мне вообще нравится. Прям вообще. Разбрелся дефенс по всей карте. На этом их поймали. Ну, еще один мараунд могут потащить стартрек. В принципе, уже на таком тихом расслабоне, тихой сапой Мирелли играют. В общем-то, как пойдет, еще у нас куча матчпоинтов. Какой-нибудь один из них дозатащим. Какой-нибудь один дозатащит. Почему бы не сделать этого сразу? А вдруг очки пригодятся потом, разница раундов. Вот все-таки не стратегии у нас. Команды как-то выиграли дальше по фану. Для этого ж мы и доигрываем, чтобы определить разницу взятых и отданных раундов, а не для того, чтобы просто отбыть на стриме какое-то время в игре, да? Ж не для этого сделан. Могут, знаете ли, считаться раунды, если вот у Мирелли, допустим, у красных будет одинаковое количество очков по исходу пяти туров. И вот красные проиграют Еремии, а Мирелли выиграет Еремии. Тогда будем считать очки, наверное, все-таки. Хотя, свежо предание доверится с трудом, что Мирелли все-таки с такой-то игрой обыграют записных фаворитов. Ну, что-то не очень даже здесь стараются. Хотя, да. Сценарий на этот раз встречает центр жестко в тему, и Razers в пятерых. Да. Для милого дружка и Сережка из Ушка. На этом все. Второй половине. 14-10 констатируем общий счет этой игры. Смотрим на фраги Razers. Ну, 11-8. Тут похуже. Но тут и сторона закончилась как бы с угнетающим счетом в минус 3 раунда. Да, на этом...